аудитории музыкальной школы ученица 5 класса духового отделения завоевала гран-при на конкурсе «Радуга талантов». Екатерина Староверова выступала на этом конкурсе и в прошлом году. Уже тогда девочка заняла первое место. На конкурсе ничего сложного не было. Мне показалось это легко. Посмотрев на успехи Екатерины, дебютант конкурса Леонид Командин твердо решил, что в следующем году он вновь вернется на «Радугу талантов», но уже не за простым дипломом, а за призовым местом. Юный исполнитель представил жюри песню на английском языке «Twinkle Twinkle», которую выбрал вместе со своим преподавателем. Мне очень нравился этот конкурс. Я надеюсь, что в следующие разы, когда я буду туда ездить, я буду получать только первые места, даже может быть, гран-при. Солисты, дуэты и даже целая хоровая капелла. На конкурсе «Радуга талантов» наш город представили 24 юных музыканта. Большинство из них – воспитанники отделений по игре на фортепиано, духовых и струнно-смычковых инструментах. Наши дети показали себя на высшем уровне. Мы привезли 15 лауреатских званий и дипломы. Дети получили массу удовольствия, заряд новый для своего дальнейшего творческого пути. Они выложились на полную катушку. Впереди юных артистов ждет немало конкурсов, к которым они готовятся уже сегодня. И совсем скоро молодые таланты вновь отправятся покорять новые фестивали. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.